Я говорю, я снимаю сюда все как есть. Вот ездил. Прям одетый, все было так хорошо. Сейчас уж переоделся. Чуть приехал, меня всю знобит кое-как дошла. Не знаю, что у меня проблемы. Гемоглобин, сердце, откуда я знаю. Эмиль говорит, мама, иди проверяйся. Что проверяться, когда тут раз это, когда ездил, это, когда еще в больнице, тогда, когда лежал, у меня, говорят, все здорово, только одна проблема, это гемоглобин. Вот. С тех пор я, как говорится, ни с кем не дружил, проверяться мне нечего. Значит, у меня гемоглобин как был, так и остается. То скачки снижается, я хожу, задыхаюсь, как пьяная. Того люди в обморок упали. Это, может, давление еще. У тебя, может, давление еще скачет. Нет, у меня прям воздуха не хватает, сердце начинает. Это кардиопатия или что это, может быть, какая-нибудь тоже в детстве была кардиопатия. А сейчас, может, просто гемоглобина нехватка. А вчера позагорала вот здесь вот на этом, как его. Ну, на улице, на вагоне. Да. Встаю, и Миль говорит, мам, что с тобой? Ты кое-как зашла, думаю. Я кое-как, я прям захожу, и брякс прям. Все, я чувствую, все. Я еще чуть-чуть, и я тут день в кухне бы растянулась. Так же сумки надо. Идешь, плетешься, еле-еле, быстро идти не можешь. Бабушки меня перегоняют, как говорится. Вот. То все нормально вроде, но и раз. Более-менее, как говорится, ходила. Сейчас теперь ходить быстро не могу. Какой там быстро? Еле-еле, еле-еле. Как говорится. Это... Сестра моя вон сейчас таблетку выпила. Последнюю кровь свою разгоняет. Ой. Купил кое-что там. Съездил на рынок. Комары эти. А? Ты комары? Это... А, что хотел сказать, съездил на рынок, купил молочка свойского 100 рублей, бутылка. Смотри, какая-то акция это. Акция дешевых продуктов. Сегодня какие-то чудеса. Молочка на всех купил. Молоко, сыр. За 120 кусочек на всех, тоже по чуть-чуть, как говорится, по бутерброду. Свойский натуральный, прям с этим, как его... Такой сыр, Эмилю что-то сигарил половинку. Поторопкась ты. Ну что там, объясни, как там, что. Сначала заказал, потом товар нет на склад. Это деньги. Да, я, можно объяснить. А, можно я? Ты, все, прости. На Валберес сначала заказал экран. Вроде, ну, вышло, все, оплатилось, все. Потом это, не надо так. Это. Я пытаюсь, чтобы хоть немножко цветопередач, но просто... Ты не увидишь на этом экране цветопередач. Это в экране дело, а не в камере. Это в экране. А. Как его... Товар кончился на складе, деньги вернули. Это. Да я на Озоне сейчас заказал. На рубль дешевле получилось. Так, спасибо всем. Что еще хотел сказать? Всем здоровья. Вот 1 июня. Вот, например, это главное. Пишет, что вот 1 июня. Ничего сейчас... не имело без здоровья. Как его 1 июня пишет, что придет. Штанишки хорошие, костюмчик. Одень кофточку, прикинь, хоть показать. Ну купил только недавно уже. Теперь надо на вид. Испатрал уже. Ничего не испатрал. Ой. За 500 рублей. Нет, реально за 500. Хороший. Простики, но хороший. Классно, классно. Эти сидят же тут, вон, корм им там на место. Не забывай, что тут может память кончится, и время тут не бесконечно. Мило, сейчас там... Телефон. Кузьма, привет. Чё шугаешься, Кузь? А ты где котят спрятал? Так и не показал ни разу соседями. Да может и нету котят уже. А куда же они делись-то? Померзли мы с этим типа чем. Я же на улице. Чужан такая.
Она вроде была нормальной мать. Она все время тут обитает. Она все своим морданом носит. Мяски купила в Овенке кусочек прям. За 300 рублей кусочек. Поставила вариться. Капустки 40 рублей килограмм, морковку 40 рублей. Сегодня какой-то акции щедрости. Одну картофельную купила. Помидор по 80. Надо же. На щи красотища. Укропчик. И вот такой вот сырочек. Такие вот дела. Обычная жизнь, обычный день. Все, слава Богу, жив-здоров. И как потихонечку, сегодня солнышка нету, духоты нет, жары нет. Ну, и Мельгурс хорошо, наоборот. Так что... Щи буду варить.